Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1467. События дня. Матфея 22:29. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, не силы Божией». За 18 декабря 2019 года. И обращение о помощи. Игорь Барабаш. Вот очень хотел бы, чтобы помогли ему тут комбайн приобрести. Это дорогая цена. Ну и вот о них 4 ролика тут можно посмотреть. Затормозите. Я буду просто, не буду считать. Ну, затормозите курсором-то и пошли дальше. Что за день говорили люди, находящиеся, тут называемое содружество одно по изучению Библии.
Ну, вот за этот день, что прошло. Ну, а день, как всегда, один. Тут занимаюсь, кормлю кошек, воробьев. Когда снег, если маленько поубираю, ну, тут снега эти дни не было. Встаю рано, во втором часу ночи, и уже все, не ложусь. До утра, пока почту разберешь, это ответишь. Вот события прошедшего дня.